Ульяновске состоялась церемония вручения межрегиональной поэтической премии имени Николая Благова. В торжественном зале Дворца книги собралась вся литературная элита региона и гости города. Впервые на вручении главной поэтической награды присутствовали родственники Благова, его внуки Антон Алтунин, будущий математик, и Максим Благов, историк. Я достаточно плохо его помню. Он умер, когда мне было 6 лет. Но отдельные, отрывочные воспоминания я запомнил, как какой-то такой большой, ну, как детские воспоминания, такие еще образные, большой, такой добрый, светлый человек. Ежегодная областная литературная премия имени Николая Благова была учреждена правительством региона в 2012 году. В ноябре 2017 года премия приобрела статус межрегиональной. Мы сегодня с вами имеем честь вручить вторую межрегиональную поэтическую премию имени Николая Николаевича Благова. Имя нашего с вами выдающегося земляка, талантливого поэта и прекрасного журналиста хорошо известно и на нашей земле, да давайте честно скажем, во всей России. И я очень рад, что новый статус нашей межрегиональной премии дает нам возможность встретиться, знакомиться с творчеством как можно большего количества по-настоящему талантливых, запоминающихся и, несомненно, очень ярких поэтов. В этом году было подано 18 заявок соискателями из Ульяновска, Саратова, Уфы, Саранска, Пензы, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга и даже далекого Омска. Общий призовой фонд премии составил 400 тысяч рублей. Премия присуждается в трех номинациях. В номинации «Земляки Благова» сертификат лауреата премии был вручен Светлане Матлиной за сборник стихотворений и поэм «Свет вечерний». Прекрасно помню, как проходила первая в истории Ульяновской области церемония награждения премии имени Николая Николаевича Благова. Тогда она была весьма скромная, 30 тысяч, и эта премия присуждалась только одному человеку, одному победителю. И все равно, и это так подействовало на творческих людей, что воодушевились все. И вот видите, она набрала крылья, набрала полет. В номинации «Волжская пристань» отметили Диану Кан, яркую поэтессу из Оренбурга, за сборник стихотворений «Звезды окликаем». Потому что это был конкурс, как бы сказать, неожиданный довольно-таки, да, я как бы не планировала никуда подавать, вот так как-то внезапно узнала. И, ну, как всегда бывает, у нас сейчас, к сожалению, не всегда книги побеждают, там, очень, к сожалению, многие столичные конкурсы, там скорее идет, ну, в общем-то, некая групповщина, она есть, к сожалению, в литературе, в общем-то, да, и поэтому я как бы особо и не надеялась, что там присудят, вот, но была приятно удивлена. В номинации «Верность традиции» сертификат лауреата премии вручен молодой поэтессе Алене Ипановой за сборник стихотворений «Летающий дом», который издается под творческим псевдонимом Мирослава Бессонова. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».